Громкий скандал назревает в Орловском горсовете. Его депутата подозревают в попытке сбыта марихуаны, сообщает СОСК РФ. Сегодня утром было возбуждено уголовное дело. Народному избраннику инкриминируют 228-ю статью. По информации сайта Следственного комитета России, 8 и 26 ноября он передал своей знакомой наркотическое средство – марихуану общей массой 0,96 граммов. Сегодня днем депутат побывал на допросе. По информации сайта «Вечерний Орел», речь идет о депутате по избирательному округу номер 29 Владимире Мельникове, фракция КПРФ. Официальные комментарии орловские следователи пообещали предоставить завтра.